Уже второй год подряд в детском саду номер 47 проходит городская акция «Рождественское чудо» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники дошкольного учреждения вместе с педагогами готовят для особенных гостей праздничное мероприятие. На этот раз к ребятам из коррекционных учреждений предложили окунуться в атмосферу волшебной сказки, наполненной чудесами. Один общий, дружный хоровод закружил вокруг елки и воспитанников детского сада номер 47 и гостей праздника, особенных детей. Воспитатели считают, что такие мероприятия учат ребят быть толерантными, не делать различий между здоровыми и больными. По итогам праздника все особенные дети получили в подарок развивающие игры и сладости. Мы показываем для таких детей сказку рождественскую. Эти ребята получают положительные эмоции. Делаем все так, чтобы ребяткам было комфортно, уютно, чтобы они были полноценными, полноправными участниками нашей рождественской сказки.